25 января Россия отметила День студенчества. Наш телеканал рассказывал о масштабном форуме с участием всех вузов и колледжей, прошедшем в парке «Россия. Моя история». Однако эти праздничные мероприятия не закончились. Уже вечером финальная акция состоялась в спорткомплексе «Орбита». Всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая ночь» проводится в нашей стране в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и единого календарного плана Минспорта России. Помимо этого ведомства, его организаторами выступают Миноборнауки, Российский студенческий спортивный союз, Ассоциация студенческих спортклубов при поддержке региональных органов власти. Тверская область уже во второй раз присоединилась к этому празднику. Изначально Политех, технический университет, много лет свое мероприятие организовывал на катке. Это был День студента, политех на льду. Но в какой-то момент все-таки мы понимаем, что цель воспитательной работы – это не только работа внутри вуза, но, конечно же, это знакомство, обмен практиками, ну и вообще знакомство молодежи друг с другом. Вечером 25 января на льду спорткомплекса «Орбита» друг с другом знакомились и общались студенты шести вузов. Тверского госуниверситета, Политеха, Медуниверситета, Сельскохозяйственной академии, а также двух филиалов – РАНХИКС и Московского гуманитарно-экономического университета. Все ребята говорили, что это действительно отличный формат проведения праздника. Я считаю, что это на самом деле очень хорошая идея, потому что ребята все равно могут познакомиться. Здесь собрались разные университеты. Также сейчас зима, как раз день студента, и я считаю, что это очень хорошая возможность вообще в целом ребятам сходить, развеяться. Сейчас у нас в ТВГТУ начался новый семестр, как раз-таки мы немножечко развеемся. Суть мероприятия состояла не просто в неспешном катании по кругу. Праздник потому и называется «Спортивная студенческая ночь», что в его рамках проводились и небольшие соревнования. Это были командные гонки, а также эстафеты, когда нужно было пробежать туда-обратно, обогнув конус фишки. Без падений не обходилось, что и неудивительно. Далеко не все уверенно стояли на коньках. А кто-то вообще обул их впервые, как Анар Алибеков, который решился на такой шаг по случаю Дня студента. Я впервые сегодня за три курса решил его как-то отпраздновать. Я решил сходить со своими друзьями, и не только, на каток. Хорошая идея, при условии, что, конечно, я не умею кататься на коньках, но в целом нормально. Вот как раз время научиться. Вторая спортивная ночь тверских вузов, несомненно, удалась, что вполне укладывается в современный тренд, когда спорт действительно становится нормой жизни. Теперь же он становится нормой и Татьяниного дня, заменяя знаменитые студенческие пирушки прошлых лет.